Спустя 8 лет после смерти Михая Волонтира в муниципе Белц может наконец-то появиться объект, названный именем великого актера. На сегодняшнем муниципальном совете была инициирована соответствующая процедура. Одной из идей является переименование Центрального парка. Конформ процедуре легале деномира сау реденомира страйзе ин чинстя луи Михай Волонтир требуе са тракă комисия де топонимие. Noi am înregistrat o petiție. Mie mi-ar plăcea foarte mult ideea de a numi în cinstea lui Mihai Volontir chiar parcul nostru central, care la momentul dat nu are o denumire exactă. Eu sper că această idee va fi susținută și de locuitorii municipiului Bălți și de membrii comisiei pentru toponimie. Переименование улицы связано с целым рядом проблем, касающихся расходов и необходимости замены жителями документов. С парком таких вопросов возникнет куда меньше. Жители поддерживают это начинание. По идее, боне. Потому что и актору ностру, и нас стимат фарте мульт, и фильмили, и спектакли. И кред, что Молдова ар требуи с... Mai mult să acționez la ai noștri. Столько лет человек был в искусстве. Именно как бы он был известен не только в Молдове, но и за пределами Молдовы. Да, я считаю, что он заслужил. Михай Волонтир очень много сделал для Бельца, и я считаю, что в честь него можно назвать парк, потому что много человек старался. Он хороший актер был, все его любили. Я думаю, что если будет красиво, достойно все, то неплохо. В процессе не обойдут вниманием и давно обещанную установку памятника Михаю Волонтиру. Инициатива о переименовании парка нашла отклик и среди бельской активной молодежи. Я, в принципе, думаю, что это очень хорошая идея. Почему? Во-первых, особого названия у парка как такового нет, все называют его городским парком. Я думаю, что было бы неплохо парк как культурное место, чтобы он был назван именем такого великого человека, как Михай Волонтир, такой великий бельчанин. Городской парк является культурным центром муниципия Белц. Здесь уже установлен мемориал Владимира Высоцкого, а сейчас идет процесс его модернизации в рамках трансграничного проекта с румынским городом Баташань «Еминеску. Одна культура. Один маршрут», который обойдется примерно в 19 миллионов леев, 10 из которых поддержка Европейского Союза, а 9 миллионов – вклад муниципального бюджета.